Всем привет, вы на канале Ростиксона и как заработать миллион долларов без смс регистрации. Вать боль. Надо просто купить Omnicat на полдепозита, если вы лоубанк. Если вы совсем лоубанк, на фулл деп. Как вам такой вариантик? На самом деле, ну почему Omnicat? Во-первых, заколил S. Снегур. Арбитражник. Почему же... Он сам хранит на 100 тысяч долларов. Кстати, если вы глупый или, скажем так, осознаете то, что вы можете что-то не замечать, что замечают другие, что вы не всезнающий, если вы это осознаете, то вы всегда можете чему-то научиться у другого, как-то заработать. И многие мои прибыли в крипте, это я просто слушал умных людей, анализировал их мысли, как-то пытался логическую цепочку простроить. И если все подходило, то повторял за ними. То есть, конечно, не бездумно, но, знаете, такие, подумал, да, чел реально говорит, то есть это там, словно... Теперь, почему, по мнению Эса, Omnicat вырастет? И, по моему мнению, потому что я с ним согласен. Во-первых, Layer Zero, Layer Zero, Layer Zero, Layer Zero скоро выйдет. И... Будет дофига денег, всем раздут дроп. А Omnicat это первый мемкоин на Layer Zero, powered by Layer Zero. И это написано на CoinMarketCap. А у скольких монет там написана такая надпись? У одной. Просто так такую надпись дают? Нет. Явно что-то не чисто. Мне кажется, это вообще разрабы Layer Zero взяли эту монетку. Плюс монетка упала на 8x от хаев. И у нее капитализация в данный момент там 30 миллионов долларов, то есть заставляет задуматься, как бы, maybe это недооценено, но может просто легчайшие иксы. Второе, у них там сайт, они там с Layer Zero как-то, постоянно Layer Zero их упоминает, там у них разные чейны, ну то есть вообще, гении. Берем эту монету на full deposit. Третье, Ростиксон купил эту монету. Вы можете сказать, как вам по поводу мой ресерч? Omnicat пересказывает слова S. Но я с ними согласен, или вы можете написать, почему Omnicat не вырастет? Я считаю, что Omnicat вырастет. И сказал, почему. Малая капа, связь с Layer Zero, прям прямая практически, ну, то есть... Как-то так. Omnicat...